Ну, от Марвела перейдем к самой Клинтон, известной своими разоблачениями веб-сайт WikiLeaks. Сообщил, что новая стратегия Клинтон направлена против Москвы, а также на обвинение России в случае появления новых разоблачений с ее связи с коррупцией. Действительно, кто, если не мы? Удобно ведь все сбрасывать за океан. Штаб Клинтон разработал новую пиар-стратегию. Все будущие разоблачения в коррупции, связанные с ней, являются делом России. Ранее сайт также обнародовал электронную переписку Демократической партии штатов. Из документов следует, что партийный аппарат демократов во время праймерис работал исключительно на Клинтон, причем в ущерб ее конкуренту по партии Берни Сандерсу. Скандал стал причиной отставки руководителя Национального комитета демократов.